И в завершении выпуска о неожиданном повороте в карьере бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Он стал телеведущим. О новой работе на одном из украинских каналов политик, известный своим эпатажным поведением, рассказал на своей страничке в соцсети и выложил фотографии со съемок. Передача будет называться «Другая Украина». Первый выпуск Саакашвили ведет на фоне собачьей конуры. Видимо, это ответ президенту Порошенко, который ранее заявил, что его критикуют люди, не построившие за свою жизнь и собачьи будки.